Солдата из Красноярска, который выпал из окна казармы в Ярославской области, накануне прооперировали в местной больнице. Напомню, туда 19-летний Александр Локтионов поступил с сотрясением мозга, переломами таза и руки. По словам самого юноши, между ним и старшим лейтенантом произошел конфликт. Офицер нанес рядовому удар, в результате которого тот и вылетел с третьего этажа. Теперь молодому человеку предстоит еще одна операция. Между тем, в части ситуацию до сих пор пока никак не комментируют. Юрист регионального отделения комитета солдатских матерей уверяет, получить хоть какую-нибудь информацию от руководства не удается. Больше того, представители комитета не пускают даже на КПП. Как нам известно, уже, значит, наш следственный комитет уже завел дело, то есть началось расследование. На каком этапе сейчас все у них, они тоже не дают никаких комментариев, поэтому от следственного мы тоже не можем узнать, как сейчас дело продвигается, ну, по крайней мере, на данный момент. А мы со своей стороны, вчера уже было у нас отправлено в Москву, мы написали главную военную прокуратуру, главному военному прокурору города Москвы, чтобы он взял под свой личный контроль данную ситуацию. Отмечу, служить Александру оставалось всего 2 месяца. Тем временем, как сообщают федеральные СМИ, в августе прошлого года на территории этой же воинской части 26-летний контрактник получил тяжелые ножевые ранения, а в 2008-м там избили срочника.